Лето в разгаре – это традиционно самая жаркая пора для масштабного ремонта дорог в Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Выполненные работы проверяют специалисты администрации города, депутаты и представители общественности. На этот раз очередная комиссия побывала на площади Конституции, где проинспектировала работы и ознакомилась с планами по дальнейшему благоустройству объекта. На проезжей части по улице Паши Савельевой подрядчик уже уложил новый асфальт. Продолжаются работы по модернизации остановочного кармана и ремонту пешеходной зоны. Примыкание улицы Паши Савельева к Петербургскому шоссе и до коррекционной школы для детей и подростков. Также до школы будет доведен тротуар. Кроме этого, расширяются парковочные места, добавляются новые. И в некоторых местах производится замена ослабленного и разрушенного щебеночного основания. На необходимость ремонта данной территории неоднократно обращали внимание местные жители. Объект находится под постоянным контролем депутатов и представителей общественности. Мы очень рады, что скоро здесь все будет красиво, и жители, я думаю, будут довольны. Вот здесь находятся торговые ряды. Вот, они сейчас облагорожены. В принципе, здесь прилично. Если еще здесь площадь сделают, тротуары, будет вообще замечательно. Мы надеемся, что к осени мы этот объект примем. Проект сделан таким образом, что и парковки организованы, и организована доступность. Поэтому для нас машина большая радость и отличная новость. Напомню, что всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 49 улиц города общей протяженностью более 50 километров. В настоящее время в Твери дорожные работы ведутся на 33 из 49 объектов.